это настоящий промышленный город. Здесь есть свои улицы, своя инфраструктура. На его территории легко уместится Ватикан целых 56 раз. Или 12 государств размером с Монако. Здесь зарождается то, что окружает нас в повседневной жизни. То, на что чаще всего мы не обращаем внимания. Но именно это делает нас сильнее. Западно-сибирский металлургический комбинат. Его история – это 50 лет великих свершений, трудовых подвигов, полета технической мысли. 50 лет стальных побед. Переместимся во времени. Первый колышек на Антоновской площадке. Первая палатка под горой Маяковой. А потом первый дом. Первая свадьба. Первый кокс. Первый чугун. Тогда все было первым. Хотя начаться все могло намного раньше. Вторая половина 19 века. Великий рельсовый путь перевернул жизнь всех восточных российских земель и Западной Сибири. Начавшаяся индустриализация стала решающим этапом развития страны и освоения богатств Сибири. Уже советская Россия воплощает в жизнь давнюю идею соединить уральскую железную руду с западносибирскими кузбасскими углями. Разворачивается грандиозное строительство в области угольной, коксохимической, железнодорожной промышленности. Страна получает мощную угольно-металлургическую базу. Романтика первых пятилеток привлекает строителей со всей страны. В Сибири первым предприятием новой металлургической базы становится КМК. Кузнецкий комбинат, гигант металлургии, был построен за 23 месяца. Сибирь устремлена в будущее. Для этого у нее есть все. Огромный промышленный потенциал, богатейшие ресурсы, талантливые люди. Но быть первым не значит быть единственным. О строительстве второго металлургического завода в Сибири заговорили сразу после того, как выдал свой первый металл Кузнецкий металлургический комбинат. Уже тогда было выбрано место под строительство нового гиганта. Только в 50-х годах появление собственной рудной базы Горной Шории позволило продолжить формирование металлургического звена страны. В июле 1964 года дал стране первый чугун, знаменитый ЗАПСИБ. В суровых условиях металлурги выстроили эффективную технологию производства стали. Западно-сибирский металлургический комбинат стал последним из построенных в Советском Союзе металлургических заводов с полным металлургическим циклом. Он рождался в эпоху освоения космоса и стал ярким примером объединения молодости и мудрости. Техническая мысль легендарной Кузнецкой металлургической школы нашла достойное применение и развитие на площадке нового комбината. За 50 лет здесь произведено 260 миллионов тонн стали. 230 миллионов тонн чугуна. 326 миллионов тонн агломерата. 182 миллиона тонн кокса. И 213 миллионов тонн строительного металлопроката. We'll be right back.
Так выглядит невероятная стихия – жидкий металл. И стихия эта подвластна не каждому. Созданная путем сложного промышленного превращения, сталь доставляет, поддерживает, защищает, сохраняет, сберегает. Удивительные свойства нашей стали постоянно расширяют сферу ее применения в мировой экономике. За 50 лет нами освоены более 600 марок стали. Мы производим 277 профилей прокатной продукции по 53 стандартам и все виды рельсовой продукции. Сегодня мы обеспечиваем значительную часть российского спроса на сталь. Наша продукция поставляется более чем в 30 стран мира. Мы занимаем 17% рынка России по сортовому прокату и 26% по фасонному. Наша доля в рельсовом производстве России составляет около 70%. Мы первый в России и третий в мире комбинат, производящий 100-метровые дифференцированно закаленные воздухом рельсы. Твердость, прочность, нерушимость – это качество не только нашей продукции, но и людей, профессионалов своего дела. Они сохранили верность традициям кузнецкой металлургии. Они постоянно идут вперед. Развивая техническую мысль, сегодня наши металлурги изменяют будущее отечественной металлургии. Они живут и трудятся в городе, прозванном «Стальным сердцем Сибири». Здесь на каждой улице или проспекте, в памятном месте, в звонке трамвая и даже отдельном литом завитке легко прочитать очередную главу из книги истории города. Книги интересной, захватывающей. О делах и людях, сильных духом, прошедших суровые испытания на пути к победе. Каждый год страниц в ней становится все больше. Мы строили заводы и развивали городскую инфраструктуру. Мы выпускали рельсы и запускали трамваи. Мы осваивали новые технологии и благоустраивали город. Наши сотрудники – неотъемлемая часть успеха. Наша продукция – основа для развития инфраструктуры. Мы постоянно ищем возможности для роста. Мы совершенствуем операционные процессы и повышаем эффективность работы. Мы помогаем и заботимся. С нами мощная поддержка дедов и отцов. 50 лет стальных побед. Мы продолжаем их славные дела, совершенствуя достигнутое. Рожденная в Сибири наша сталь превращается в основу мировой экономики, укрепляет нашу репутацию и авторитет надежного партнера. Делает нас сильнее.